много веков назад, в Древнем Риме, закон не позволял воинам вступать в брак и освящать его в церкви, пока они находились на службе. А служба тогда длилась 25 лет. Святой Валентин, пастырь и духовник воинов, тайком благословлял любящие сердца и, несмотря на запрет, освящал отношения церковным обрядом. Непокорного священника выдали. Он был казнен 14 февраля. С тех пор этот день празднуется как день влюбленных. Никто лучше не скажет о любви, лучше классика Уильяма Шекспира. 21-й сонет Шекспира в исполнении Сергея Беляева. Не соревнуюсь я с творцами от, которые раскрашенным богиням в подарок преподносят небосвод со всей землей и океаном синим. Пускай они для украшения стров твердят в стихах между собой споря о звездах неба, о венках цветов, о драгоценностях земли и моря. В любви и в слове правда мой закон. И я пишу, что милое прекрасно, как все, кто смертной матерью рожден, а не как солнце или месяц ясный. Я не хочу хвалить любовь мою. Я никому ее не продаю.